За гей-сказки, заданные уральским третьеклассникам, наказали директора школы, троих учителей и чиновников. Как сообщалось ранее, в качестве внеклассного чтения педагог задала ученикам начальных классов тексты сетевого автора Сионеллы Петровой, содержание которых сводилось к гомосексуальным отношениям между принцами и рыцарями. Первыми забили тревогу родители. Позже в скандал вмешалось Министерство образования, в котором такой нестандартный подход к обучению объяснили ошибкой. Согласно календарному плану, детям должны были задать сказки известной детской писательницы Зои Петровой, но сотрудница Уральского отдела образования допустила ошибку, пояснили чиновники, и вместо советского автора в календарный план попала Сионелла Петрова, автор эротической прозы. Из-за разгоревшегося скандала во всех школах города была проведена прокурорская проверка, по результатам которой от занимаемой должности освободили начальника отдела дошкольного образования. Образец календарного тематического плана, где в числе произведений для внеклассного чтения была указана сказка Зои Петрова. Впоследствии творческой группы областного управления Акимата была исключена, и вместо Зои Петровой указана была Сионелла Петровой. И конкретизировано произведение «Сказка о принце, принцессе и рыцаре».